Здравствуйте! В эфире передача телерадио компании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Елена Лисицкая, победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Ксюша Зубарева. Мы поздравляем ее, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если и вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Деньги на телефон за правильный ответ мы перевели Диме Жданову. Теперь два приза в конкурсе на детской страничке в еженедельнике «Волна». Сладкий подарок и 50 рублей на телефон. Мы ждем ваших звонков по новому номеру телефона 35525 каждую субботу с 10 до 15 часов. Желаем удачи и приятного семейного чаепития. А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкие подарки от грузоперевозок «Муравей» и ресторана «Печора», а также сертификат на поздравление. Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 10 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравление. Сергею Кононову поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвуют 19 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». Сладкий подарок получает Луиза Напалкова. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 17 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от ресторана «Печора». Подарок получать. Юлия Ермакова. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание Объединение «Волна». На этом наша передача подошла к концу. Увидимся ровно через неделю.